Народ, всем привет. Привет. Ну что, мы возле нашего отеля. Это я вам уже немножко показали. Что еще? Течет унитаз и душ там. Ну, вызвали сантехника, уже пусть сами разбираются. Попросили их пофиксить все. Отель вы уже видели. А сейчас идем на пляж. Смотрите, выше такая дорога, вообще никого. Знаете, мне напоминает только, когда я к тете в деревню приезжала. Вот такие вот дорога. И идешь себе. Ну, пошли, нам сказали идти туда. Слушай, там тетя в деревне уйти, это свет, наверное, был, тут для этого света нет, так что надо, поскольку тут же рано темнее. Ну, если что, мы можем на тук-туке вернуться или телефонами светить. Или франжипани сколько валяется. Ага, красота. Оно интересно, оно тут тоже пахнет так? Ну, давай. О, вот, кстати, большое дерево. Оно уже упало, но что сие? Ну, да? Оно уже полежало, да. Угу. Не, я не чувствую такого запаха. Как в Эмиратах? Да. Не знаю, сколько оно лежало. Так, ну вот, выходим дорогой и там повернуть влево и пройти на пляж. Будешь с нами? Спасибо, ставьте лайки. Поехали. Так, выходим. Вот. Лодж Кайтхаус, да? А через него типа проходим? Или как это? Не знаю. Подожди. А, это наш называется, да? Лодж? Не, наш Мвавы, а не Кайт. Аккуратно. Значит, дальше там вот этот какой-то еще лучше. Так, ну вот такие вот. А я смотрела вот это. Ой, какая это ящерица. Ага, здоровая, я не знаю. Вам, наверное, не было видно. Она так перебегала дорожку. Нехилая такая, жирненькая. Да, хемингуэй, по-моему, тут прилично стоит. Да. Там такие цены, что мы аж вообще... А ну как там за ночь? Сейчас я посмотрела, 60 с чем-то тысяч этих кенийских шиллингов. Это же, по-моему, где-то... Напишу, сколько Правда, это. Правда, я не знаю, вот какие там еда какая включена. Это я посмотрела цену и уже как-то... Ну, пока, знаете, дорога такая, блин, безлюдная, капец. Да. Мы как-то сразу выходили из Завади, да, когда в прошлом году были, вышли, ну, там то. Близко. Возле там Завади. Такая это... Ну и пляж, конечно, мне там, ну, спокойно какой-то. Ну, здесь тоже писали все комменты, супер расположение, на тук-туке до любой точки в Атаму, ну, максимум 15 минут. Ну, смотри, до Мармелада, я посмотрела супермаркет, ну, который у них здесь. Помните Мармелад, мы же там покупали... Покупали Наташе прикольные духи, да. Смотрите, это так идти 17 минут. А идти это не так много. Ну, просто вопрос еще идти по жаре, идти по темноте. Хотя в Атаму это не Найроби, здесь абсолютно мы нормально ходили по темноте. И таксист еще в Найроби нам рассказывал, что на курортах такого нет, не грабят, там просто, ну, они живут за счет туризма, они все друг друга знают и как бы, ну... Такой фигни нету. А как мы даже... Hello. Hi. Hi. To the beach. To beach. Yeah. Are you coming from Mvuvi? Mvuvi, yeah. Mvuvi. А, Mvuvi? Mvuvi, Mvuvi. Thank you. Straight? Straight? Well, this way, then straight. Ага, окей. This, then straight, yes? Yeah. Да, вот так вот. Ага, так смотрите, правильно там писали, частный доступ к пляжу, других не пропустят. Как еще раз сказала, Мвави чи Мвуви? Мвуви, а мы что там Вави его называем? Меня Мвуви. Видишь, позакрывали доступ к этому. Да, да, да. Кто-то писал, что очень тяжело дойти, потому что настроено отели. Ну да, закрыл свой частный пляж, поставил, все. Ага, а у нас доступ. А еще такая, думаю, блин, ключи не взяли. Думаю, как нам поверят? Ой, это ты рискуешь? Кто это? Вон, смотри, черный сидит. Вон, наверх. Да ворона сидит, наверх. Вон, да вон она. Ворон, тебя видно вообще сейчас? Вон. Ага. Она тут же это, с людьми навчилась. Так каркнула, я аж вообще как-то... О, хоть дерево типа баньянчик. Ну вот сейчас и выйдем к пляжу. Будет прикольно. Hello. Так, а это какой-то, по-моему, это дружественный отель. Ocean Kite Surfing Beach. Они сюда ли нас хотели переселить? Наташа, где ты говоришь океан? Наташа подумала, это уже океан, но это асфальт все еще с тук-туком. Асфальт, это ты громко сказала. Да, песок. Что-то я это, да? Подожди, стой, ну так прикольно, я же так, та-дам, как в Таиланде такие вот. Ocean Sports Boutique какой-то, Ocean Sports Boutique. Ну, о, подожди, ой, красиво, как зелено, боже, ребята, ну, нам в Эмиратах такое только снится может. А что это вообще такое, как это называется? Не знаю, дружественный отель, наверное, через который мы ходим. Не, ну если нас сейчас мы посмотрим, он такой офигенный, мы скажем, нас сюда переселите, тогда да. Угу. Ну не на одну ночь, а на 5.
на все. Ой, это печёная, это жидкость. О, я уже вижу. Вот теперь я уже вижу океан. О, есть, да? И как пройти? Ну, я думаю, что прямо. Как пройти в библиотеку? В 2 часа ночи. Не, ну на тук-туке, конечно, здесь ехать нечего. Ну так, а конечно, если у вас нет такого вот доступа, да, я не знаю, как вы дойдете. А вот так вот? Ocean, ocean. Окей, thank you. Ну знаете, в принципе, неплохо, что она закрыта для нас. Я сейчас понимаю, что тут только персонал, все улыбаются, все окей. Ну, как бы нету такого стрёма, что я все время иду за телефон, держусь. А. Хоть это и... Thank you. Хоть это и курорт, да, но с другой стороны, извините, тут весь контент, все сафари. Тяпнут просто и будешь потом без этого. О, слушай, я эти камни помню, мы на сафари когда ехали. Ой, помните голубое сафари? Тоже мы там дюже были недовольны, очень ругались. Мы и там были недовольны. Мы там были недовольны, да. Кстати, можно мальчишкам написать. Они же в Мумбаси живут. Это для чего? Та-та-та-та. А здесь for whom? Здесь how to entrance to beach? When ice. You put ice and then go. Мальчик посмеялся, блин. Ууу, красота. Мы с вами на пляжике. Ну, естественно, отлив дофига. Честно, вот, даже не предположу, как здесь загорать. А ну вот люди вот сидят здесь. Вот. Люди сидят здесь. Ну, вообще, мы такие полотенца набрали, да, такие очки. Не, очки мы не брали, ладно. Это я тринжу. Ну, не, очки там, всякие баллоны для ныряния, мячи для ныряния, такие оп, а нырять-то негде. Да, слушайте, мы вот отсюда как раз, вот там вот киосочки есть прикольные, там мы с Одессы отплывали, потом обратно приезжали, потом 1.5 часа собирали всех туристов, но потом сафари получилось. В смысле, может и можно, на тук-тук, я знаю. Пошли за ребятами сейчас. Hi. A big puffer fish down there. Big puffer fish. Ну, честно, иногда просто сильно пристают, потом говорят, я тебе рассказал, давай, давай денежку. Это, ну, и раздражает, честно. Тем более, особенно видят, что белые, не загорелые еще, значит, первый раз пришли, можно разводить. Наташа уже такая, блин, не трогай, пожалуйста. Пожалуйста, просто не трогай. Пожалуйста, не говори. Да, уже хочется отдохнуть без всяких вот сидения на голове, приставашек и остальных. Тем более мы не в духе сегодня. Уже же мы вам сняли видео, как чуть нас без багажа не оставили, потом как вот нас пытались в отеле переселить, потом течет туалет и ванная, поэтому, мужик, пожалуйста, не сегодня, не сегодня. Так, ну что вот, отливчик, приливчик. Вон пацаны как проходят, ну идем мы так пройдем. Этот отель... эти, но я не знаю. Очень ветер большой, может, и не слышно нас. Так, ну вот, по крайней мере... Это Тартл этот называется. Вон же там это... Черепаха, да, вот же она. Вот интересно, там можно пройти... Это, можно пройти интересно вот через это? Вот эти пацаны пришли. Ну, идем попробуем. Идем? Да, пошли. Забрались мы по ступенечкам. Уже снова предлагают. Дольфин сафари предлагают tomorrow. Так, ну классно вообще, можно идти. Вот, сразу мальчиков увидели. Там купаются. А, да. Ну классно, кто-то купается. А мы с вами просто идем в разведку пока. Ох, отель хороший, хороший, дорогой. Ага, да, я понял. Это вот классно, это классно. Ой, ветер какой вообще, зашибись. Ой, давайте полюбуемся, водичка уже так зашибись, конечно. Все, уже спускаемся, прошли такой
Ну, путь метров 100, по-моему, было, да, где-то? Недалеко. Ага. Вот, спускаемся. Прикольно. Прикольно. Какие камни. Даша говорит, а если здесь лежать, где же оставлять вещи? Лежак-то. Угу. Ну, вон откуда-то люди идут. Надо вот посмотреть, туда пройти. Еще отель какой-то прикольный. А с ними идут полуэры. Наверное. Люди здесь купаются. Ходят. Ох, песок белющий, класс. Класс, класс, класс. И впереди такой, ох, пляж. Зашибись, какой это длинный. Это называется Long Beach. Long Beach, длинный пляж, я верю, он длинный. Шли мы, шли минут 20. Я так понимаю, конец пляжа вот там вот где-то, в конце этого пляжа. Ничего такого нет. Вот, кстати, какие-то киосочки только. Ой, что-то расплывается картинка. Вот. Не знаю, ветер такой, конечно, конкретный. Что-то сегодня с фотоаппаратом картинка расплывается, и прошу прощения. И вот еще лодочки такие. Да что это такое, ебать? Ну что, друзья, шли мы, шли, и вон наш конец пляжа будет где. Даже не знаю, что-то сегодня с телефоном, когда увеличиваю, почему-то пропадает резкость. Вот, смотрите, какие-то сувенирчики продают ребята. Вот, красивые пальмы, конечно, шикарные. Ветер свищет, но вот лежаков, чтобы так упасть и лечь, почему-то нету. Не знаю, у Наташи на тапке. Ну, идемте с вами поздороваемся с океаном. С океаном мы с вами еще не здоровались. Лодки, все это, как водичка. Отлично. Да? Ну давайте уже входим с вами в океан. Ура! Ура! И камень, да? Да, вот. Угу, красота. Немножко этих темных водорослей, которые напоминают мне эту, как его, такую фасольку в стручках. Вот океан. Ну, привет! Ну, красиво, красиво, согласитесь. Смотрите, идем, идем, и тут это не лагунки, на самом деле это камни. Это камни. Класс. Так смотришь, как лагунки, лагунки, лагунки. Это твердый камень на самом деле. То есть поскользнуться можно и подлететь. Ну пока нормально. Вот тут, правда, вот видишь, уже есть, а так нормально. Да. Кстати, этот отель Хемингуэй, да, мы посмотрели, вообще какой-то. А стоит дорого, но номера какие-то страшные, вообще не алё. О, мужик говорит, девчонки, я уж что-то покажу. Не знаю, вестись на мужика, не вестись, женщины, пишите. Ну что, мы идем, конечно, потому что вот контент делаем, а на лайки ваши надеемся. Рок? Мун клешня прям. Асанте. Ого, какой он, смотри, красненький. Рок-краб. Ну, не знаю, вам видно или нет, тут клешня, если он его так потянул. А ну, вот, надо это, бачу, он это. Ну, кстати, на футболке у него Turtle Bay написано. Ну, конечно, он место, он идет, так, мы идем, мы крадемся, мы с вами крадемся, потому что тут камни, классные лагунки, у них такая теплющая вода всегда. Ну, блин, стрёмно. Ребята, девчата. Я на Занзибаре так ранее зашла, помнишь? Я иду, потом, боже, что я делаю? Наташа еле вышла потом оттуда. Вот и что, и вода начала прибывать. Господи. Так, сейчас идем. Смотри, какой красивый. I have a female crab in my hand. This is a female. How you know? Ну, это я не знаю, это женщина. Open the flap, Ух ты, красиво. You know how many eggs? Боже, can lay? Какая бусинка. Боже. Oh, that dolphin is nice. Thank you. Мальчик говорит, 50 тысяч яиц может воспроизвести эта женщина. Это женщина. Хорошо. They don't get big enough because they are not for eating. Они небольшие, потому что они не для еды. Короче, вот таких крабов мы не едим. Ту-ту-ту-ту-ту. Прям быстро уже. Смотри, как копает. Оп.
такое. Сейчас, наверное, спрячется. Вот почему бы не сказали, мы не узнали. Да хоть спыть. Ладно. Ее, то есть. Этот мальчик нам рассказывает, говорит, сегодня прибыла одна семья, с которой у меня будет бизнес. Вот я им сделал welcome in Ватаму. Молодец. Рассказал про отели. Этот Хемингуэй очень такой, ну, лакшери. И Медина, которые там лакшери, но они как бы уж сильно дорогие. А есть какой-то Total Beach или Total B, вот он нормальная, адекватная цена. Вот. Походили, погуляли, посмотрели с вами океан. Такое даже какое-то странное первое знакомство в этом году. А люди вон там купаются. Кстати, мы не в ту сторону пошли. Он уже нам сказал, что вот там вот можно арендовать лежаки, и все у вас будет хорошо, девочки. Ну вот зачем эта горочка. Просто тунца спускают и в песок потом. Здоровые какие тунцы. Этот нет? Я думаю, что да, но здесь самая популярная рыба. Сейчас там будет самое страшное, да? Нет, не понял. Они... Сейчас там его и порешат, я думаю. Они, наверное, принесли эти, люди похлопали. Да, их спустили торжественно с горки, ясно. Ну что, идем берегом океана. Прикольно, привозят рыбку. Вон тунец уже на горочке покатался. Дети в футбол играют. Моторки приезжают с экскурсии. Ребята сидят, просто ждут, наверное, закат. Закат, наверное. Они уже так уже уселись просто, ну да. Вот потихоньку солнышко заходит. Мы подходим к кораблям. Помните голубое сафари, на которое мы ездили? Красиво. Ребята, футбол местные играют, люди гуляют. Скоро закат уже. Столы выносят. Да. Что, мы идем еще немножечко пройдемся. Соскучились за водичкой, за океаном. Хоть и ушел в отлив. Хоть сегодня, видимо, купаться не будем, но зато вроде как не сгорели. Да, намазались, вышли, погуляли. Посмотрим. Часик. Посмотрим. Ну, в прошлый раз мы целый день сидели и сгорели. А вроде как все даже очень приличненько. Так что завтра, вот утром уже сказали, вода всем уже будет вот там вот, где черные полосы заканчиваются. И до 12 будет стоять. 12 только начнется отлив. Так что можно будет прийти покупаться. Надеюсь, мы это и сделаем. Вот, прошли мы один пляж. Помните, здесь мы ждали маршрутку, точнее тук-тук, после голубого сафари. И вот уже другой пляж, на котором мы были в прошлом году. Вот там вот где-то вот аж. Слушай, а что-то я не поняла, что-то много стало или мне так кажется, нет? Много людей? Ну как-то вот там появилось. Вот недостроенное вот здание, на которое не хватило что-то там. Взяток не хватило. Да. Вот там красота. Стало больше этих, вон шезлонги лежат. Потом вот это я не понимаю, что это можно такое. Можно приехать идет. Еще посмотреть. Что-то такое впечатление, что этот пляж даже лучше получается, чем надо. Что-то я не знаю. Ну что, друзья, вот уже и закат близится. 6 часов, в Атаму вечер. У нас был тяжелый перелет из Найроби. То вышли, погуляли, посмотрели. Красиво.